Я вам делаю замечание. Уважительное отношение к водителю, да. Объяснять. И залезли я с претензией. Я ни слова не сказала про него. Можно я напишу подружку? Можете. Это... В смысле, я залезла. Возможно, присела. Я вам делаю замечание. Неуважительное отношение к водителю, да. Я что, скот? Скотина? Нет. Нет, во-первых, вы прекрасно видели, что я здесь стою. Ну, я видел, вы не подали знаков, я не знала же, кто это. Я что, должна была махать флажками, что ли, еще? Откуда я могу знать? Или вы кого-то еще раз здесь видите? Может быть, мне снять и потом отправить... Куда? Не, ну я же вам не грублю. Вы залезли с претензией. Я ни слова не сказала грубого. Сказали, говорите. Сказали. Какое? Мой тон? Множество. Вы неправильно. И ваш тон мне тоже не понравился, поэтому вести я вас категорически отказываюсь. И я сейчас просто отменю заявку сам и напишу в поддержку. Вот и все. Можно я напишу поддержку? Можете, это ваше сейчас право. Сейчас, хорошо, секундочку. Это ваше право. Да. А я наш разговор сначала изначально. А я вот делаю. Я вам нисколько не нахамила. Вы мне нахамили? Так. Чего это я нахамила? Вы когда залезли, сразу с претензиями. Я ничего плохого не сделал. Ну, вы же... В смысле, я залезла? Вы сели в автомобиль? Я, возможно, присела. Сесть вы сами сможете в дальнейшем. Я не сяду. И вы не... Не присяду. Так, отменить заказ. Отменил. Заказ отменен. Все. Заказ отменен. Прошу покинуть автомобиль. Сейчас, секундочку. Нет уж, мой дорогой, так дело не пойдет. Пойдет. Нет. Сейчас я просто не то что в службу поддержки буду звонить, а просто настолько вы в дальнейшем, мой дорогой молодой ребенок, научись себя правильно вести. А я вам за рулем. Если ты ездишь вот на такой вот машине, типа того, якобы у тебя корона, что ли, нет, так тебе ее поправят. Кто? И дети твои, и твоя жизнь семейная пойдет не в лад. Почему? Потому что ты себя сейчас повел неадекватно. Как? Ты не то, что мне нахамил. А я вам не ты хамил? Неправильно себя повел. Нет, в чем я вам... Я тебе еще раз повторяю, мой дорогой. Так, ты не на ту нарвался. Вас... А вот иногда порой, когда ты едешь, и ты работаешь, да? Так. И я тоже работаю, я уважаю свой труд. А если ты, извини меня, у тебя что-то не поладилось, а сейчас еще больше не будет ладиться. Почему? Я сейчас выйду из машины, открываю дверь, и я тебе серьезно говорю, вот об этом ты очень сильно пожалеешь. Давай, бухун на хаус. Оценивайте сами, как хотите.